Итак, друзья, очередная посылочка из Китая, и здесь очень интересный товар. IP-камера видеонаблюдения. То есть, вы дома у себя устанавливаете эту камеру, да, и где-то находитесь, к примеру, вы в другом конце города, или даже в другой стране, или в любой точке мира. Вы всегда со смартфона сможете посмотреть, что происходит через эту камеру у вас в квартире. Или на даче, или в гараже, короче, где вы эту камеру установите, там все можете смотреть. Независимо, где вы находитесь, да, через интернет все. Это IP-камера. И не забываем заходить в наши группы ВКонтакте, Facebook, Instagram и Telegram, где товары после обзоров продаются по ценам ниже, чем в Китае. Короче, кто успел, тот купил. Все ссылки в описании. Вот, давайте сейчас будем ее открывать, смотреть. Ссылочки на нее будут, как всегда, все в описании под видео. Там цены, характеристики можете посмотреть. Ну, цена, сразу скажу, где-то в районе, недорогая камера, где-то в районе 30-40 долларов. Называется Zmodo, и там какая-то еще цифра, короче, полно. И смотрите, все запаковано, еще даже муха не сидела. Все вот такой вот коробочек. Что по информации, ребята? Снимает она нас HD качестве, 20 кадров в секунду, 115 градусов, широкоугольный такой у нас объектив. И что еще? Что еще? Больше здесь у нас как бы ничего интересного. Короче, давайте открываем саму коробочку и смотрим, как там внутри. Сейчас, конечно, я его буду подключать, смотреть, устанавливать эти все приложения на смартфон, и будем смотреть, как она работает, и как она, главное, снимает, да, в каком качестве. Вот, постараюсь это все записать, и вам все покажу. Итак, вытаскиваем. Оп, коробка плотная. Что-то напоминает мне Xiaomi-овскую. Вот. Вот, пошла. Так, что мы здесь видим, ребята? Сразу у нас здесь инструкция. Да, здесь инструкция. Вот надо скачать это приложение в Google Play или App Store. Вот, здесь какие-то QR-коды. Все на английском, все хорошо, потом разберемся. Главное, что на китайском. Вот. Дальше. Сама камера, ребята. Вот она, как она выглядит. Здесь у нас она черная. Глазок объектива Zmodo. Это у нас вот такая вот подставочка. Камеру мы можем где-то вот так вот поставить. На столе где-нибудь, да. Или на компьютере. Ну, что-то она... Да, вот так надо как-то делать. Вот. Или где-то повесить можно, я думаю. Вот такое вот крепление. Она не поворотная, все вот такая вот статическая камера. Поставили, она просто стоит. Так, с обратной стороны у нас здесь также это все откручивается. Сейчас посмотрим, что там. Откручиваем. Так, и сюда мы можем где-то это все также прикрепить. Просто отдельно к камеру. Так, ну что, смотрим, что в комплекте. Комплект у нас очень простой. Получается просто блочок питания. Сразу без нашей вилки надо переходник и на микро-USB кабель. Кабель очень длинный. Это для питания нашей камеры. Короче, сейчас будем, друзья, подключать эту камеру. Скачиваю приложение и попробуем это все настроить. Посмотрим, как она снимает. Итак, приложение уже на телефоне. Качаете все с Google Play, все бесплатно. Заходим в приложение. Ну, здесь, конечно, надо сразу логин и пароль. Я уже все сделал. Обычный логин, обычный пароль. Дальше все простенько по инструкции, в картинках инструкция. Нажимаем этот крестик и добавляем ваше устройство. В данном случае это нашу IP-камеру по Wi-Fi. Кстати, в вашем помещении должен быть Wi-Fi, потому что камера работает у нас по Wi-Fi. После чего вы придумываете телефон, пароль к вашей камере, чтобы никто другой не смог смотреть ваши видео, и заходите в приложение. Ну а дальше здесь много чего интересного. Смотрите, первая вкладочка — это Live. Нажимаем сюда, идет загрузка, и сразу мы смотрим то, что сейчас происходит в данный момент на камере, что камера снимает. Здесь мы можем выставить качество HD, вот так вот даже развернуть на полный экран, и вот эта картинка, то, что мы сейчас видим. Ну, качество можете сами заценить. Качество очень даже неплохо. Но если вот текст, к примеру, взять, сейчас вам покажу. Вот он, текст. Вот. И мелкий шрифт. С обратной стороны. Ну, очень даже все читабельно. Вот такая вот, друзья, камера. Отсюда прям сразу мы можем делать снимки. В данный момент вот снимок готов. Или видеозапись. Нажимаем видео. Вот пошла видеозапись.
Остановить. Все, сохранено. Сохраняется это все. Здесь карточки памяти нет входа. Все сохраняется в облако. Оттуда вы все можете скачать или с компьютера, или прям с телефона на свой телефон. Еще одна фишка. Это у нас вот такой вот микрофон. Это, друзья, мы можем общаться с теми, кто находится по ту сторону камеры. Ну, к примеру, если вы оставили дома собаку свою, да, вы можете посмотреть, что она делает в данный момент, когда вас нет, или дать какую-то команду, она услышит, все сделает. Также вы можете слышать, что происходит. Здесь есть и динамик, есть и микрофон. Вы можете и говорить, и слышать, как по скайпу. Ну, как это происходит, сейчас давайте я вам покажу. Зажимаем вот этот микрофон. Тест камеры. Прием. Вот так это. Ну, сейчас эхо идет, потому что два девайса очень близко. Вот. Ну, дальше что? Есть датчик движения и датчик звука. Что это значит? Если вы где-то установили камеру, где нет движения, его не должно быть, камера сразу фиксирует движение и делает снимки. 5 снимков. 1, 2, 3, 4, 5. По ходу движения. И сразу вам приходит уведомление, пуш-уведомление на телефон, что что-то происходит, какое-то есть движение. И эти снимки. Вы заходите в телефон и смотрите, что происходит. Вот так это все выглядит. Сейчас покажу. Вот такие вот снимки. Если движение, это значок человека. Если звук, это значок будильника. Если какой-то звук, также камера срабатывает, делает один снимок. Если движение, 5 снимков. Такой слайд-шоу получается. Но сейчас вам покажу, как это выглядит. Вот у нас движение. Получается 5 вот таких вот фоток по ходу моего движения. Вот так вот делает он. Понятно. Вот. И еще не все. Есть у нее даже функция ночной съемки. То есть может снимать в полной темноте. Сейчас вам покажу просто фотографии, что я снимал. Вот эта вся галерея у нас, кстати, здесь есть. Все, что мы снимали. Вот это мы видео записывали. Вот оно. Отсюда можем его все посмотреть. И даже скачать, кнопочка скачать есть внизу. Вот эта фотография первая. Это то, что я делал фотографию при полном свете, да. В комнате светло, свет включен. А вторая фотография полностью свет выключен, полная темнота. Вот, я думаю, что съемка очень даже неплохо происходит днем, а также и ночью. Вот так вот. И кнопочка вот скачать, все можно скачать. Ну и как она сейчас будет определять, давайте прямо сейчас вам сразу и покажу. Вот, давайте зайдем, не туда зашел, как здесь выйти. Вот, заходим в лайв, открываем вот так вот, да, давайте сейчас свет повыключаю, повырубаю отсюда со всех сторон, и вы посмотрите, как оно будет снимать. Камера сразу автоматом переключается в ночной режим, и третий свет, оп. Так, ночная съемка, ребята, смотрите. Поближе вам сейчас покажу. Вот моя рука. Вот так это все выглядит. В полной темноте, полный мрак. Я даже не знаю, где телефон положить. Вот нормально, нашел. Все, включаем свет обратно. Камера автоматом переходит в обычный режим. Вот. Все заработало. Кстати, еще одна штука есть здесь. Вот такая кнопочка Discovery. Вот здесь также есть все видосы, кто поделился своими видео. Сейчас в прямом эфире можем прямо и смотреть. Вот, к примеру, видео с какого-то ресторана, пиццерия, да. Вот, нажимаем. И смотрим, что там сейчас происходит в данный момент. Также вы можете свое видео также закинуть. Онлайн-трансляцию. Понятно. Ну что, друзья, вот такая у нас камера. Zemodo IP камера. Все ссылки будут в описании под видео. Не забываем про лайки, подписываемся на канал. Ну и дальше будет много чего интересного. Кстати, пишите, что вы думаете по поводу этой камеры. До новых встреч!